Открытый телеканал представляет. Надо объяснять людям, как можно достичь счастья. Это очень важная работа, которая уже должна в наше время начинать проявляться. И существует запрос на это у человечества. Поскольку оно не видит путей к достижению счастья, то есть всеобщего, с правильно нормального состояния, когда люди не думают о том, что будет с ними в следующий момент. Они просто счастливо живут, правильно относясь друг к другу, создавая такую атмосферу, в которой им просто хорошо. Это не просто. Это достигается работой над своим эгоизмом, в том систематической, всеобщей. Но почему этого не сделать? По крайней мере, те годы жизни, которые человек себе представляет, что он живет, ему было бы хорошо. А далее он бы начал бы видеть, что так, участвуя в жизни других, он свою жизнь преображает и поднимает ее в другие измерения. То есть вдруг его ощущение жизни не определяется телом, а определяется связью с остальными. А связь с остальными, она дает ему ощущение вечности. Если это не зависит от моего тела, у меня пропадает вообще весь порядок времен, событий наших земных. У меня ощущение мира и жизни земной пропадает. Я существую тогда в состоянии, которое не начинается и не кончается. Оно просто состояние измеряется уже другими параметрами, большей связью между нами, большим ощущением свободы, подъема над эгоизмом, связью со всеми людьми и постижением этой общей силы, называемой Творец. Все в нас, все перед нами. Давайте вместо сегодняшнего этого проблемного мира построим такой мир.